Это самая мощная в стране установка по производству высокооктанового неэтилированного автобензина, топлива, который при сгорании не будет выделять ядовитых выхлопных газов. Достоинство новой установки еще и в том, что для ее обслуживания потребуется значительно меньше персонал, чем на ныне действующих. Коэффициент полезного действия составит здесь 90%. Это самый высокий показатель нефтеперерабатывающей промышленности страны. Новая установка даст и значительную экономию топлива. Часть газов, получаемых в процессе переработки сырья, будет использована в качестве топлива для поддержания температуры режима в реакторе. Новый технологический комплекс сооружен по программе коренной реконструкции нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана, предусмотренной решениями 25-го съезда партии.